Всем привет, друзья! Буквально позавчера вышла демо-версия Forza Horizon 4, и я решил снять по ней видео и сделать свой обзор на нее. Напоминаю, что игра выходит чуть более чем через 2 недели, а пока мы можем предварительно взглянуть на нее и сделать свои выводы. Я уже сделал предзаказ, но вы посмотрите и определитесь, как вам игра. В любом случае, она не хуже предыдущей части. Итак, начнем. Microsoft Studios представляет. Вот что я вижу. Я вижу бесконечный фестиваль. Фестиваль, на котором можно быть кем угодно. Это не просто идеальный отпуск. Это идеальная жизнь. Это мой Horizon. Давай я тебе покажу. Добро пожаловать в осень и новое начало фестиваля, который никогда не кончается. Будьте с нами. Horizon здесь надолго. И мы видим, что я начинаю, по-моему, на Макларене, если я не ошибаюсь. Так, еду с клавиатуры, мне потому что в этот раз было так удобней. А с джойстиком возникли проблемы, как бы не все кнопки соответствовали тому, что я устанавливал в настройках. Вот, ну и мне по расположению микрофона просто сегодня было удобнее писать с клавиатуры. Вот, тем более, что кнопки у меня механические на клавиатуре, ну, по крайней мере, 8 штук, которые используются как раз для рулежки, поэтому даже клава, ну, не сильно уступает джойстику, и с клавы у меня даже лучше получается на самом деле ехать. Опа, какой-то на внедорожнике появился. Перетормозил, по-моему, даже. Поезжайте к водопаду. Окей, поезжаем к водопаду. Но вообще, по-моему, скорость здесь ощущается даже больше, чем в третьей Форзе. Итак, зима. Песня льда и пламенных шин. Помню в прошлой части такую машину. Спешите на замерзшее озеро. Спешим. Ну это вот типа Blizzard Mountain. Только здесь снег, я так понимаю, будет прям на основной локации. Ну, вообще, пока непонятно, что будет с этими сезонами. Как они будут сменяться. Или тут будут локации с разными сезонами. Или в соответствии с временем, реальным, с временем года будут меняться трассы. То есть, непонятно пока что, мне лично. Я, конечно, не читал никаких форумов, там никакой официальной информации. А просто вот как игрок установил демо-версию и вот смотрю ее. Так, да, по управлению вроде бы то же самое управление. Мне кажется, даже может быть немного легче. Но, возможно, это потому что с клавиатуры играю. Так, окей, зиму прошли. Что у нас дальше? Весна. Пахнет весной. Так, ладно, тут ничего сложного. Просто нужно не пропускать контрольные точки. Угу. Окей. Постараемся. Ну, я так понял, в полной версии игры так она будет начинаться. Типа обучение.
Потеряли желтого. В смысле потеряли? Он разбился? Ничего себе, синий там летает. Подъезжаю к карьеру. Ух ты, сальтуха прямо надо мной. Прикольно он сделал. Ну, вообще, конечно, динамично. Как-то больше какой-то вот динамики именно в кадре. То есть то, что мотоциклист едет параллельно, еще добавляет какой-то остроты. Сидней, идем через игольное ушко. В смысле, через игольное ушко? Походу, очень узкое место. И вот вода. Да, я обратил внимание на воду. Красный выбыл. Да, я обратил внимание на воду, что в третьей Форзе такого не было. Похоже, только я остаюсь. Синенький говорит. Синенький молодец. Впереди меня прилетел. Итак, дальше у нас лето. И пролетают самолеты. Что-то мне напоминает The Crew 2. Но только здесь все это круче. Бросайте все дела и бегом на фестиваль. Кто первый, тот и... тот и победил. До встречи. Так, и теперь я на... опять же на гиперкаре, по-моему, на Макларене. Только на каком именно, не пойму. Люди едут отовсюду. Вечеринка будет что надо. Неплохо. Люди выстраиваются вдоль трассы, чтобы увидеть все своими глазами. Поддержите гонщиков. Неплохо нас поддержали цветными бумажками, но все равно приятно. Прикольно, мне нравится, когда у него на тормоз нажимаешь и спойлер так двигается. У нас тут лучшие гиперкары. Я вижу Бугатти Чирон и даже Вулкан. Horizon, ты должен это увидеть. Ага, вот он, Вулкан только что я обошел. Это у нас Феррари какая-то последняя. Последнего я вообще не разглядел, который был. Так, а что это у нас впереди? Ламба, не? Так, и вот я закончил. Тут мне предлагают купить, но у меня уже куплен предзаказ. И выбираю дальше играть в демо-версию. И смотрим дальше демо-версию Forza Horizon 4. А вот я видел Бугатти. Не понял, почему оттуда девка вылезла. Я девка? Да, босс, все здесь, готовы рвутся в бой. Отлично. Итак, с нами Салага. То есть, кто это Салага? Это я, что ли, Салага? Пусть будет по-вашему. Ну, тут нам предоставляют выбрать персонажа, но я тут смотрю, какие-то несуразные они все. Вот прям все абсолютно несуразные. Вот, выберу вот этого чувака. Такой довольно простой и незатейливый. Ребекка одна из наших бывших чемпионов. Она помогает мне управляться шоссейной серией Horizon. Волнуешься? Еще бы. Помни свой первый день на Horizon. Сюрреализм какой-то. Я вас пока оставлю. Готовьтесь к первой гонке. Удачи. Ну ладно, давай найдем тебе тачку. Какая нравится. Так, и можем выбрать Ford Focus, Audi Coupe, Dodge Charger RT. Так, либо Focus, либо Dodge. Ну, так как я старый поклонник маслкаров, то берем, конечно же, Dodge.
О боже ты мой, пожалуй, мы найдем общий язык. Хм, прекрасно. Нажмите Enter, чтобы сесть в машину. Окей, садимся. Так, и мне нужно создать свой номерной знак. И написать Анубис. Окей, пишем. Андзон сейчас было. Анузон. Анион. Анубон. Анубон. Так, Анубих. Анубер. Анубис. Все, отлично. Вот этот вот посмеялся от души. Ладно. Поехали на моем Charger RT. Наверняка вы захотите обкатать новую машину, так что я записал вас на несколько заездов. Увидимся там. Окей, спринт на фестивале Horizon. Едем на первую гонку. Пройденной дороги одна из 531. Ну, машина, конечно, красиво отрисована. График у меня там на среднем стоит. То есть, ну, как по мне, ну, такая же, в принципе, как и в третьей части. Может быть, чуть-чуть получше. Вот, может быть, вот эти заставочки где-то поприятнее. Ну, пока я вижу улучшенную третью часть. То есть, третья часть прокачана еще на сколько-то там процентов. Пока еще непонятно, насколько. Покажи себя, и как знать, может, даже попадешь в списки. Так. Ну, я так понимаю, в какие-то списки гонщиков. Окей, начать заезд. Ну, управление какое-то вполне интуитивно понятное и знакомое. То есть чего-то такого прям сверхнового я не почувствовал. Техника чистой езды. Отличная техника на хвосте. ДБНС Киллер 05. Ну неплохо, в принципе, Dodge прет. Я сейчас думаю, обойду даже уже вот-вот. А вот и обошел. Отлично. Нажмите, предлагает нажать для перемотки, но в принципе я вот сколько играл, перемотку вот только на последних стримах начал пробовать использовать. Вот сейчас она мне как раз понадобится. Думаю, сильно дальше мотать не буду, прямо отсюда. Успею оттормозить. Ага, успел, выскочил. Бордюрчик, но ничего страшного. Продолжаем. Вообще, конечно, опять же таки, в игре очень приятная музыка и выбор радиостанций. Но я решил, чтобы не играть с судьбой и с авторскими правами, все-таки озвучить своей музыкой по возможности там, где нет радио. А в начале игры как бы нельзя было вообще выключить музыку, и я оставил то, что есть. Местами. И вот он финиш. Отлично, первое место. Окей, продолжаем. Это была первая гонка. У
Мне бы нужно вместо вот этой аватарки поставить или свое фото сюда. Тут какой-то прям не Анубиса, упырь у меня прям там какой-то. Продолжайте в том же духе, и вас пригласят в следующий раунд. Отлично. Будем продолжать в том же духе. Приветствую, я Анна, ваш автоматический навигационно-наблюдательный ассистент. Я помогу вам исследовать фестиваль и найти интересные события по всей Британии. Нажмите C для того, чтобы спросить Анну. Но я так, ну, как бы отменить вот это нельзя, поэтому я вам все это показываю. Хорошо, салага, я предложил им маршрут к новой гонке шоссейной серии Horizon. Привет, салага. Ваше радио, по идее, уже настроено на станции Horizon. Horizon Pulse, Horizon Bass, Arena, Horizon Block Party и Horizon XS. Выбирайте музыку по вкусу. Но я, пожалуй, вырублю радио и поставлю Horizon Anubis. Все, теперь радио я выключу. Вообще. И включу Horizon Anubis. Итак, поехали к следующему испытанию. Стараюсь ехать аккуратно. И, кстати... Так, а вот я и на месте. Спринт в Амблсайде. Ну, спринт так спринт. Поехали. Вот зачем показывать моего вот этого несуразного глупенького чувачка, топчущегося около машины? Он мог бы с таким же успехом просто сидеть в ней. Ладно, окей, начнем заезд. Не будем сильно придираться, критиковать. Ну, персонажики, конечно, очень какие-то вот не особо прям такие. Ну ладно, нам-то главное не персонаж. Собственно, и опять вижу в этом какой-то закос под The Crew 2. То есть там персонаж сдавался. Опять же, самолеты. Вот уже вторая параллель. Я не знаю. Но, видимо, решили что-то почерпнуть из лучших моментов и улучшить. Ладно, окей, я уже седьмой. Неплохо он бочком входит. Так, 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 тормози, тормози, тормози. Так, ну, что-то как-то не очень удачно, но... Тем не менее, я уже четвертый. Так, 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 здесь вообще отлично, прям заплывает буквально в поворот. И я уже делаю первого. Так, тут вот осторожней. Отлично. Так, идеальная техника, чистая езда. Я так понимаю, у меня сейчас какой-то там множитель должен быть. Нет, ошибся. Техника дрифт. Так, что-то я лоханулся. Ладно, ничего страшного. Ну, в принципе, тут довольно просто все. Можно допустить себе черкануть немного. В управлении не вижу особой разницы с третьей форзой. То есть такое ощущение, что я вот третью как будто как играл, так и играю. Ну вот фестивальную площадку мы, видимо, изменили. Значок H Horizon вот этот вот большой сделали такой. Финальную заставочку, да, вот это вроде бы как. Ну, каких-то прям супер нововведений как-то вот пока я не вижу. Повышение, шоссейная гонка уровень 2. Отлично. Угу. Она мне сказала, что следующий раунд начнется только осенью, пока... То поэтому попробуй себя пока там в чем-то другом, типа того. Ого,
Да вас с Фрэнки не отличить, прошу прощения. Представитель Horizon по работе с водителями. У меня для вас любопытное предложение. Поблизости снимают кино, и на съемках очень не хватает каскадеров. Вот это неожиданно, но вдруг заинтересует. Давайте встретимся побыстрее, я представлю вас Майку Стилу. Он занимается, дальше не успел прочитать, по-моему, постановкой трюков или что-то связанное с трюками. Ладно, окей. Поедем туда. Походу, сейчас я буду играть роль каскадера. Слишком быстро там проходит титр, не все успел, конечно, прочитать. Но стараюсь по возможности по максимуму читать вот эти вот диалоги, потому что интереснее с ними, особенно когда они на русский переведены. А вот субтитры, я понимаю, всем читать лень. Вот, поэтому я их для вас прочитаю. И как-то поразнообразнее тоже будет, я так думаю. Но вот в управлении, вот как сказать, я не чувствую, чтобы его сильно как-то прям несло. Да, несет, немного есть, но более-менее приемлемо. То есть прям уверенно я сейчас на нем еду. Особо не запариваюсь. Сорвиголова 1000. Так, проехал поворот, ладно. Срежем по полю, развернемся. Так, еду к следующей гонке. Даже не гонки, а вот не гонки, а как сказать, чтобы предстать в виде каскадера, по-моему. Угу, проехал, сейчас я развернусь. А вот и будущая звезда большого экрана. Нет, такого двойника я не видел. Смеешься, что ли? Они же как близнецы. Ладно, сойдет. Майк Стил, будем знакомы. Сегодня снимаем сцену побега. Езжайте к последнему, Бродвей. У нас там уже есть все. Надеюсь, ты знал, кого рекомендовать. Ну, в Бродвей. И побыстрее, ладно? Нужно успеть до темноты. Так, чё это у меня за тачка-то такая? Звучит вообще нереально. А мощная-то какая? Она просто дикая. Ничего себе, меня унесло на ней. И вообще никак не могу остановиться. Так это же Бугатти. Охренеть. Ну, я на ней еще даже в других играх нигде не ездил. Да, тачка вообще зверская. Один звук вот этого двигателя ее чего стоит. Ну, конечно, и мощная тоже очень. Да, вот этот крутяк, конечно. В демке на Бугатти погонять. Я не знаю, какой это Чирон. Или что? Приехали. Скорость развивать вы умеете. Ладно, приступаем к съемкам. Вам еще учиться, зато возможности хоть отбавляй. Это классическая погоня. Герой преследует самолет, он скрывается, пролетев через старую ветряную мельницу. Не спрашивайте. Если Джоэл не врет, вы справитесь на ура. Эй, дышите глубже, держите все под контролем, я расскажу, что делать. Все будет в порядке. Ну ладно, хотелось бы верить тебе, чувак. Так, выключаем радио и продолжаем. Давайте влево, но не сбавляйте скорость. Опа, а вот на самолет, кстати, взлетает. Это типа Харриер. С вертикальным взлетом. Ага, злодей в самолете. И что? Следите, чтобы стрелка была на красном. И... повеляйте, что ли? Так, я понял. Но повелять у меня не получилось. И злодей пролетает мимо. Герой может отдохнуть немного. Хорошо, отличная работа.
Эй, не расслабляйтесь, мы еще не закончили. Езжайте на гору, не сбавляя скорости, вам еще с нее прыгать. Дорога впереди перекрыта, поэтому придется срезать по полю. На постобработке все спрячут, добавят какое-нибудь упавшее НЛО. Камеры уже расставлены, готовы к съемке. Приготовьтесь, газуйте и молитесь. Оу, щит. Эй, смотрите вперед, а не в камеру. И лицо погероичнее. Ну да, уж. Что ж, снято, всем спасибо. Хотите повторить? Я дам ваш номер спецам по подбору актеров. Они позвонят. Привет, салага. Ходят слухи, что вам дали роль в новом фильме. Когда станете богатым и знаменитым, найдите время поучаствовать... А вот тут вот титры прервались. В одной из гонок грунтовой серии. Что-то очень были быстро субтитры, что я даже запутался в них. Так, ну, я понимаю, сейчас будут гонки грунтовой серии. Это уже интереснее. То есть, я так понимаю, здесь, опять же, как в Закрю 2, добавили что-то типа раллийного какого-то режима. И, то есть это какая-то отдельная серия будет. Да, интересно, как это все будет совмещаться. А если у меня нет машины, допустим, для грунтовой серии. То есть у меня для грунтовой серии, для асфальта должны быть разные тачки, я так понимаю. Ладно, окей. Направляемся туда. И просто оцениваю езду по открытому миру. Так, вот что-то я смотрю, не загорается, вот как бы не предлагает мне проехать по улицам пока вот со случайными гонщиками. Поэтому просто еду к цели. Где-то, короче, в какой-то глуши. А, это ты? Я слышал в твоих трюках для Джоэла. Прости, не представился, я Алекс. На фестивале отвечаю за... Я так понимаю, за машины для грунта. И предлагает мне выбрать себе машину для грунта. Лянча, Субару и Форд. Все-таки возьму, наверное, Субару. Ладно, окей, берем Субару. Отлично, это четырехцилиндровый оппозитник. Настоящий зверь, скажу я вам. Итак, садимся в машину и продолжаем на моем Субаре. Кольцевой кросс в Таунхоуст. Кольцевой кросс в Таунхоуст. Отлично, нас ждет первая гонка на грунте. Так, опробуем мой Субарь. Ну, в общем-то, неплохо прет. И как я слышу по звуку двигателя, он прям стал еще более субаревский. То есть звучать, по-моему, он здесь стал лучше. Именно звук двигателя. Субарь стал еще субаристей. Так скажем. Хорош, хорош, да. Хорошо держится на грунте. Мне нравится. Определенно. Но он и
И в третьей Форзе мне тоже нравился Субат. Но здесь, по-моему, даже как-то еще он кайфовее стал. И вот обратите внимание, как он запылился. То есть видно, корпус такой пыльный. И неравномерно так вот пыль еще распределена. То есть, ну, так довольно реалистично выглядит. То есть, как будто можно даже пальцем там что-то нарисовать у него. В принципе, трасса несложная. И еду уже второй круг. Управляется, ну, вот прям, как сказать, интуитивно. Просто вот... просто не запариваюсь и все. Еду себе и еду, так скажем. Никаких сложностей не испытываю. Во, по асфальтику. Что-то сильно быстрее как-то по асфальтику не едет. Ладно, ничего страшного. Он у нас не для асфальта. Идеальная техника, чистая езда. 1000. Но пока я вижу немного улучшенную третью Форзу, но все-таки все равно приятно. Потому что это еще куча новых событий будет, куча новых испытаний. Опять же, как я вижу, вот как по мне, Subaru, допустим, стал поприятнее. Тот же Dodge тоже стал именно поприятнее. То есть, я думаю, это как бы новые ощущения от, опять от целой кучи машин будут. Вот, то есть, опять же, есть ради чего покупать или там качать, устанавливать. По-моему, хуже она явно не стала. Все та же старая добрая Форза, только новая. Итак, финиш. Отлично. Есть, первая гонка пройдена. Как тебе грязь? Не очень грязно. Превосходно. У меня есть чем вас заинтересовать. Тут рядом уличная гонка. Думаю, вам стоит заехать. Увидимся там. Так, то есть еще какой-то персонаж приглашает меня на уличную гонку. Я сразу не успел прочитать. Но смысл понятен. То есть очередной организатор уличных гонок теперь уже уличных позвал к себе. Вот, я пока не разобрался, как менять машину. Вот, так что поеду пока, в принципе, на Subaru. Не знаю, получится ли у меня на нем. Вроде бы неплохо, вот 230 иду. Ну, хотя, конечно, маловато для уличных. Как минимум 300 нужно. Ну ладно, продолжу на нем же. Попробую, думаю, это не столь принципиально. А это вы, у вас получилось. Я Джей, кстати. Алекс только о вас и говорит. Если бы хотя бы половина из его восторгов оправдана. Хочу предупредить, что...
не успел все прочитать, но смысл в том, что он говорит: не говори Кири. Ну, это понятно, как и в той части. Как бы мне нужно никому не говорить, что я участвую в запрещенных гонках. Мне не терпится увидеть, там говорит он. Ну, короче, что-то ему не терпится увидеть, как, типа, как я проеду там, что-то в этом роде. Так, так, что-то я в поворот совсем не вписался. Я уже 10-й. Что-то это как-то не радует совсем. У меня все прям из рук вон пошло с самого начала. Так, ладно, попытаюсь догнать. И Субарь что-то тоже особо не жмет как-то. То есть управляется-то хорошо, а максималки у него нету. И что-то я... Хотя уже вот 8-й. Ладно, окей, продолжаем. Так, стой. Чувак тоже какой-то, ну, неплохая, в принципе, как нормальные боты. То есть вроде бы едут нормально, и, ну, и вылетают как дурачки, как я. То есть это тоже прикольно. Вообще, как я уже и говорил, вот чувствуется как-то вот больше какой-то динамики, что ли, или больше скорости. Вот есть такое. Я не знаю, конечно, со стороны, вот зрителям, может быть, если сначала посмотреть видео по третьей форзе, потом по четвертой, может быть, там и нет особой разницы. Но не знаю, у меня как-то вот по впечатлениям, что здесь вот скорость получше немного чувствуется все-таки. Ну, по крайней мере, не хуже, это прям точно. Ладно, окей, я уже 2-й. Так, не вылетай, давай. Так, опять неудачно я вылетел. Так, успею я его догнать-то или нет? Давай. Ну, кстати, на прямой я его что-то вообще не догоняю. То есть мне нужно хорошо в повороты входить. А я что-то как-то замешкался. Так скажем. Опа. И в итоге 2-е место. Ладно, я так понимаю, мне засчитают это. Да, призовое место. У уличных гонщиков есть неписанные правила про уважение и честь. Про то, кто может с ними гонять, кто нет. Гоняйте как обычно, и вам будут рады. На всякий случай сообщаю, что скоро будет еще одна гонка первого раунда на грунте. Увидимся. Мы с Джеем только что поставили новый знак «Опасно». Проверь, если не против прокатиться с ветерком. Но, думаю, вот этот вот знак «Опасно» и подобные, как бы, дополнительные задания я ездить здесь не буду в этом видео. Вот, дабы не затягивать его. А пройду только вот основные, как бы, испытания карьеры, которые мне предлагается. Так, ну сейчас у меня грунтовая гонка, поэтому еду на Субаре уж прям точно уверенно. А вот в той, которая была сейчас, нужно было все-таки другую тачку взять. Так, направляюсь к испытанию. Пейзажи опять, как всегда, Форзе красивые. Можно только ездить по разным местам и пейзажами любоваться. Красота, вот эти вот фиолетовые цветы. Прям тоже радует глаз. Красиво. Горные дороги. И равнины. Мир классный. Я заметил, что в этой части уже ввели вот разрушение вот этих вот бордюрчиков, таких каменных, вот типа таких вот. Но другого бордюрчика я еле-еле только что миновал.
неразрушаемого, так скажем. Так, проехал поворот, ну ладно, ничего страшного. Блин, только отвел глаза на карту, и тут же мне чувак передок въехал. То есть не ты так, тебя. Так, что-то я попутался здесь. Я на подходе. Стоп. Кольцевой кросс в Амблсайде. Окей, начать заезд. Так, интересно, вот, а почему я начинаю с 8-й позиции? Там не с 10-й, не с 12-й. Не с первой, не со второй, а вот с восьмой. Ну ладно, пусть будет так. По-моему, это не так важно и не принципиально. Думаю, я сейчас сделаю их на этой трассе. Хотя пока еду, конечно, кривовато. Так, спасибо, что помог войти в поворот. Отлично. Продолжаем. Как-то кривовато у меня идет. Но, тем не менее, продолжаем. Стой. Нормально. Прошел. Что-то мотает как-то меня прям. Ну, в общем и целом, нормально. Сложный поворот. Споусал Плок 473. Странный какой-то ник у него. Так, лишь бы не в дерево. Нормально. Так, ну, бордюр, ничего страшного. Неплохо там очки за технику капают. В принципе, довольно нормальное управление, понятное, несложное. То есть каких-то трудностей, опять же, как уже и говорил, не возникает. Даже играя с клавиатуры. Да, поворотистая трасса. Что-то прям один бесконечный поворот. Приближаюсь к финишу. И вот я первый. Хорошие новости. Вы проходите в осенний сезон Horizon. Жаль новости ждать его, что логично придется до осени. Но вы же не против побыть пока с нами? И смотрим, что у нас по карте. Так, на фестивале он у меня ехать почему-то не хочет категорически, прокладывать сюда маршрут, почему, непонятно. И у меня появилось вот множество дополнительных заданий, которые я сейчас проходить не буду. То есть вот основные как бы задания сюжетные по демо я прошел, а вот эти вот дополнительные задания я пока проходить не буду. Ну а у меня на сегодня все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Если еще не подписаны на канал, подписываемся. А с вами, как всегда, был Анубис и обзор на Forza Horizon 4 демо-версия. До встречи в следующем видео!